Это пятница у нас, промежуточный результат. Провожу гидравлические уже испытания своей собранной системы. А именно мне надо прессовать кухню. Здесь на холодную давлю десятку, это на два, на первых второй контур. И на горячую давлю тоже десятку. И так оставлю. Почему сразу все не доделал? Потому что вот эти вот штучки в магазине было только 4 штуки. Так. Здесь вот так вот, здесь вот так вот. В понедельник, во вторник будем заказывать отключение стояка, менять счетчик, фильтр, кран сразу и обратный клапан. А прессовываю я вот эту линию, которая будет зашиваться кухня, которую надо вот прямо сейчас уже заканчивать. И стиральную машину.